Всем привет, меня зовут Анохин Андрей, по прозвищу Шкет. Свое прозвище получил в футбольных сражениях, потому что был самым маленьким в движухе. И с того момента я хотел всегда стать самым огромным пиздюком на районе и раздавать пиздюлей. Самым огромным пиздюком не стал, но пизды по-прежнему всем раздаю. За плечами имею более 25 боев по смешанным единоборствам, являюсь кандидатом мастера спорта по боксу. За плечами более 16 лесов, кто был в движухе, тот меня поймет. Пришел в топ-дог, потому что в топ-доге, как я считаю, есть самые сильные бойцы. И это первая кулачная лига в России. Я хочу стать в этой лиге номер один. Всем топ-дог.